20 люберецких подростков отправились на ежегодный военно-спортивный слет. В течение недели ребята участвуют в спортивных состязаниях и осваивают военно-прикладные дисциплины. Подробнее в сюжете моих коллег. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Чеканный шаг, военная выправка, отточенные движения. Так они демонстрируют подготовку на строевом смотре в Центре военно-патриотического воспитания молодежи. Программа расписана по минутам. Полоса препятствий, картинг, стрельба из винтовки, разборка и сборка автомата Калашникова. Я занимаюсь уже 2 года юнармией, и там как бы мне с автоматом приходится работать каждую тренировку. Вообще здесь все довольно просто. Здесь главное порядок запомнить, как снимается, как вставляется. Все. Отдыхается здесь отлично. Появились новые друзья, новые знакомые. Только что покатался на картах. Мне очень сильно понравилось. Мы смотрим фильмы, играем вечером в футбол, прогулочка. Хочу сказать спасибо администрации Люберцам, комиссии по делам несовершеннолетних, то, что подарили такую неделю в таком хорошем месте. Была бы возможность, я бы сюда еще приехал. Тут весело, интересно, прикольно, очень хорошо. На такие слеты отправляют подростков от 14 до 17 лет. Многие однажды здесь побывали и встали на путь исправления. Хорошо учатся в школе и продолжают заниматься спортом. У нас ребята с 2010 года приезжают на военно-спортивный слет. Мы организованы для наших ребят, с которыми работаем. Работает комиссия по делам несовершеннолетних. Соответственно, мы стараемся, да, чтобы им было здесь активным, были разные виды спорта, занятости. В этом году, благодаря Владимиру Михайловичу Волкову, хочу сказать большое спасибо, мы в 2 смены проводим военно-спортивный слет. Первая смена завершится в конце недели. Уже в августе сюда прибудут еще 20 подростков из Люберец. Богдан Колесников, Денис Зоугольников, телеканал ЛРТ.